Ну вот Луцк, конечно, привел домой в большей степени. Конечно, с семьей чуть-чуть гулял и там по Европе. Старался дома быть, потому что, как вы знаете, мы иностранцы больше сосучимся за семьей там. И уже отпуск заканчивается, начинаем работать. Как-то работал над своей физической формой? Конечно, у нас индивидуальный план, и у каждого футболиста был. И старался, чтобы выполнять этот план. Ну, сейчас у нас есть достаточно времени, чтобы подготовиться к новому сезону. Потому что, как вы знаете, Новый год, новое всего. Так что будем стараться, чтобы выполнить эту задачу, которая стоит перед нами. Я отдыхал. В Доминикану ездили. Женя Ткачуком. Активный образ. Вели, катались на каяках, плавали, загорали, такое, гуляли. Слухи ходят, муссируют, вот, что ты, может, в аренду уйдешь, может, останешься? Ну да, сейчас ведутся переговоры с некоторыми клубами по поводу арендного соглашения. Но сейчас конкретно ничего не могу сказать. У меня контракт еще долгосрочный до 2016 года с футбольным клубом Ворскла, но я в первую очередь хочу играть. Отлично, отдохнули с девушкой за границей, загорали, купались. Скажи, вот мы видим, у тебя справочка какая-то, рентген, что это? Это небольшие проблемы там, со стопой, но это не серьезно. Ну, то есть к сезону ты будешь готов? Конечно, полноценно. Всю море хотим добиваться максимальных результатов, набирать 3 очка в каждом матче, а не так, что 15 матчей по одному очку. А задачи какие? Не знаю, сейчас пойду узнаю. Почему именно Америка? Ну, знаете, решил выбрать такой путь, посмотреть, что к чему, много отзывов читал, много красивого там. Конечно, за такой короткий промежуток времени все не обследовать, я думаю, что у нас еще все впереди. Ну, знаете, на протяжении почти всего отдыха я бегал кроссы, занимался в тренажерном зале, несмотря на то, что нужно было хоть чуть-чуть отдохнуть. Но, честно, хочу поставить ставку на сборы, все-таки доказать главному тренеру, что я хочу играть в этом клубе и у меня амбиции есть. Началом рабочего цикла. Прошли праздники. Поздравили ребят с Новым годом, с Рождеством Христовым. Пожелали им как можно быстрее включиться в работу. О новичках я сейчас не хотел бы говорить. Почему? Потому что мы сейчас ознакомимся, смотрим. И когда уже действительно будет заслуживать внимания, и обязательно вы узнаете об этом.